Казань, 20 мая, РИА Новости. Двое парашютистов разбились в Татарстане в субботу, несмотря на все принятые врачами меры, спасти их не удалось, сообщили РИА Новости в Минздраве Республики в воскресенье. В субботу, 19 мая, поступило сообщение от службы 112 о падении двух парашютистов в Мензелинском районе Татарстана, за территорией местного аэроклуба. «Один пострадавший скончался при транспортировке», — сказал собеседник агентства. По его информации, второй пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую центральную районную больницу, госпитализирован в отделении реанимации, где проведена интенсивная терапия. Несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21.30 МСК зафиксирована смерть, уточнил собеседник агентства. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по данному факту организована прокурорская проверка. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования, отметили в надзорном ведомстве. 0.